Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем играть в Sheltered, и это второй сезон. Что ж, давайте, наверное, отправимся с вами. Да, Мия у нас старается и роет еще одну комнату. И пока она этим занимается, мы с вами отправимся еще раз в экспедицию. И на этот раз пойдет у нас Джо, да, и Газ. И пойдет, наверное, куда? Два дня назад, один день назад. Пым-пым-пым, тоже недалеко, потому что у нас 28 только с вами водички. Только 28, только 28. Так, сюда, сюда, сюда и вот так. Хорошо. По сусекам наскребем. Так, топор. Хорошо. И, наверное, попробуем с вами немножко повстречать, если повстречаем, конечно, каких-то отморозков. Пит отлично себя чувствует. Какой-то чувак к нам идет. Давайте посмотрим на него поближе. Дональд. Какой-то Дональд Трамп, да? Тоже. Слишком увлекся загаром. Да, я надеюсь, он придет что-то менять. Хотя менять у нас особо нечего. Кто-то звонит. Эй, у вас там хорошее укрытие. Можно ли мне прыгнуть к вам? Нет, Дональд Трамп, извини. Не надо нам тут всяких супер-пупер речей. То все заграбастаешь и будешь продавать, блин, за воду или за деньги. Так, осмотреть место. Лучше бы, конечно, что-то бы улучшить. Да? Какая игра слов. Ай, да я. Ладненько, все заканчивают почти, да? Да. Хорошо, что у нас здесь с предметиками? Жрачка только одна, да? Чудно. Теперь можно сделать очередную перестановочку. И, наверное, наши ящички куда-то спрятать вот сюда. Один. Ой, подожди. Не, надо как-то... Дождик опять пошел. Чудно как. Просто чудненько. Так, ящичек как-то вот так. Хорошо. Бочки с водой. Мы, наверное, будем тоже на втором этаже держать, потому что второй этаж, как я уже говорил ранее, да, друзья, второй этаж самый прикольный. То есть мы, получается... Да, душ пускай пока будет здесь. Стол для крафта. Стол для крафта, наверное, тоже здесь оставим. Единственное, что мне хотелось бы... Конечно. Нет, еда тоже, наверное, пускай пока здесь остается. Подожди, подожди, подожди. Я не успел. Блин. Нет, никакой, какой. А, ну да. Да, хочу прекратить. Дождик идет. Видимо, они нашли какое-то просто очередное место. И сейчас будут изучать предметы. Блин, а может нет? Да, смотреть. Где вы вообще находитесь? Плохо, конечно, что когда мы не делаем перестановку, нет... Когда мы, вернее, делаем перестановку, нет паузы. Блин, просрали церковь, да? Хотя нет. Не знаю, чё я, в общем... Чё-то я, в общем, просрал. 49 воды, 50 воды. Отлично. Поспешил, конечно, я их отправлять. Но и по-прежнему у нас с прошлой серии нет никакой живности на поверхности. Вообще жесть. На два только. Только на два раза. К сожалению. Как-то улучшить тебя. Да, нужно 7 петель и 7 веревок. Может, бочку еще одну поставим?
Давайте-ка Мишонька, наверное, поставит еще одну бочку. Все-таки. А то вода еще набирается. И нам она понадобится, конечно. Так, кожа, 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 веревка еще одна, цементик еще один, еще одна будет комнатка. Чудно. Так, это заберем, это заберем, это заберем, это заберем. Кожу заберем и рубильник, естественно, тоже. Хорошо. Так, Мишонька, Мишонька, давай, давай, пока дождик идет. Ну шевели, шевели костяшками, блин, ну. Давай быстрей. Мишоня, не разочаровывай меня, пожалуйста. Но вы посмотрите, сейчас закончится дождь, и мы не успеем набрать воды. Как же фигово, блин. Так, ну здесь все, все в порядке. Пит. Пита нужно лечить, покормить. Так, что здесь? Жрачка есть? Жрачки нет. Зато есть вот это. Линза. Труба. Труба одна. И вроде бы как они будут уже возвращаться, да? Давайте мы, наверное, возьмем игрушку и возьмем книги. Чтобы было на что поменять. Если к нам будут наведываться всякие... людишки. Гвоздь может на трубу поменять. Гвоздей 16. Труб у нас тоже 16. Клейкая лента. Одну использовали, одна еще понадобится, наверное, нам для маски. Я вот не помню, серьезно. Пружина зато есть 20. Давайте, наверное, клейкую ленту возьмем. Пригодится. В хозяйстве пригодится все. Мишонька, ты заканчивай уже. Давай, блин, быстрее. Что такое? Никаких инструментов, к сожалению, мы не нашли. Сейчас бы было на 20% больше. Да, набирается вода. Давай, давай, давай. Хотя бы до 70 наберись. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Да, наши исследователи возвращаются. Чудненько. Никого мы не встречали. Видимо, когда было сообщение, они спрашивали, то есть нам присоединиться к кому-то, подойти или не подходить. 72. Давай до 90. Блин, если будет до 90, я буду просто очень счастлив. Просто дико счастлив. И пора бы, конечно, нам уже улучшить... Может, фильтр улучшим? Нет. Через некоторое время. Потому что вроде бы как улучшение у нас параллельно идет с починкой. Да, хорошо. Так, 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 так. Значит, газ. Гасик, гасик, гасик. Мишонька. Мишонька, наверное, оденет костюм и поставит еще. Блин, 90 воды, смотрите, еще течет дождь. Ну, 90 нам пока что хватит, я думаю. Так, хорошо. И создать предмет, наверное, создадим еще одну, еще один селочек. И поставим его где-то. Где-то прямо вот здесь. Мия так чешет куда-то. Куда ты, Мия, чешешь? Еще одну комнату можно сделать? Да, смотрите-ка. Мия, значит, возьмется у нас за еще одну комнату. Вот, 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 вот. Да, а Мишоня, если будет ставить эту штуку, то, наверное, мы с вами заодно и улучшим наш водный фильтр.
17,6 шерсти. Скорость очищения. Долговечность. Срок эксплуатации. Блин, может пока рановато? Наверное, не будем пока этим заниматься. Нужно что-то другое. Так, и сходишь, наверное, постирать и в туалет. Так, ме работает, все чудесно. Есть, 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 есть. Тихо, 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 мишонь, 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 мишоня. Спокойно, забери, пожалуйста. Взять добычу силка. Давай, 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 давай. Давай, мишонька. Классно. Просто круто. Слушайте, может газ еще одну бочку сделает? 6 пластика. Может маленькую? 4 пластика. 2 резины, 1 клейкая лента. Да, давайте маленькую еще поставим. Пока что дождь просто, блин, зарядил, как говорится. Это хорошо. Одна кожа. Так, вернуть костюм и пойдешь, наверное, у нас в туалетик. Да. Кого-то бы помыть. Кого помыть? Пока есть вода. Давайте газ, наверное, помоется, да? Газ, прими, пожалуйста, душик. Вот, отлично. И потом пойдешь в спадки. Так, чудно, 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 чудно. Мия сейчас у нас закончит с этим и будет убирать. Убери, пожалуйста. Замечательно. Просто замечательно. Можно, кстати, кровать сделать. Почему бы нет? Мия спать пошла, да? Окей. Джо. Давайте-ка сделаем кроватку. 3 пружины, 6 шерсти, 3 древесины, 6 гвоздей. Да, нормальную кровать здесь установим. Вот так. Отлично, будет теперь 3 спальных места. И сразу же после этого мы отправимся с вами в походик. Сейчас Мишонька выспится. Мишонь, а ты почему в туалет не сходила? Как-то странно. Блин, а дождь все идет и идет. Класс какой, да? Не было, не было в прошлой серии. И тут на тебе. Так, давай быстрей. Хорошо. Мишонька, я думаю, может... Да, может, но не может. Газ идет спать. Окей. Еще один. Хорошо, берем костюмчик, забираем. И убраться бы, конечно, тут какая-то какашка у нас валяется. Давай, Джо, сними с него побольше шкуры. Он такой бедный, конечно, несчастный. Мне так жалко их, этих оленей. Они так мычат, конечно, как коровы, но... Так, подожди, а куда ты пошел? Я не понял. Ты должен был добычу... Джо, что происходит? Я не понял. Почему ты вернулся? Я что-то... Что за прикол? Нормально вообще. Взял, развернулся.
Эй, у вас там хорошее укрытие, можно ли мне прыгнуть к вам? Нет, нельзя. Иди, барышня, тусуйся. Пока ничего нельзя. У нас еды не хватает. Вот в чем беда. Мишонька сходит в туалет, конечно же. И потом... Да, пускай сама справится. Давай, Мишонька, справляйся. Пожалуйста. Ты опять ничего не взял? Что за прикол? Чё это, глюк какой-то? Ну вот это поворот, блин. Ну ладно, почини тогда вот эти штуки. Правда, это будет долго, конечно. А мы сейчас Гаса отправим с Мишонькой. Угу. Так, Мишонь, попей водички. А Гас покушает. И тоже водички попьет. И сейчас отправимся в походик. Чудесно просто. Так, Мишонь. И стоп. У нас же есть... А, у нас нет двух. Блин. Вот что за прикол, а? Там же у нас кожи дофига получается. И никак взять не сможем. Ладно, друзья, я предлагаю нам отправиться, наверное... Так, 10, 28. А сколько мы наберем? Мы немного наберем, кстати. И маски тоже используем. Ах ты, блин. Ладно, пойдем все-таки. Пойдем как-то вот так. Да, если будут дополнительные, они их смогут увидеть, и потом мы сможем проверить их. Правда, это может быть достаточно долго, но... Да, так и отправимся. Маски тоже надо беречь. Все, погнали. Так. Стоп, а где? Ага, Джо чинит. Да. Мия сейчас добавит наше топливо. А потом уже сходит в туалет. Ну классно, смотрите, использует 0, получается, а он у нас остался на месте. Какая-то, блин, фигня. Ну ладно. Может, с этими силками что-то не то. Я даже понятия не имею. Как это все. Ага, она. Хорошо. Так, и, наверное, очистишь укрытие. Вот теперь будет мычать, блин, постоянно, да, получается? Так, что у нас здесь? Веревка, хорошо, металл тоже хорошо. И лампочка. Погнали дальше. Так, Джо вернет костюмчик, пойдет помоется. И ляжет спадки. Да, баг, конечно, прикольный. Тут еще исправлять и исправлять, друзья, как я посмотрю, да? Девятый день. Холодный пельмень лежит на столе.
и жрать охота. 4 пайка, кстати. И Пит голодает. Мия, наверное, его покормит. Так, теперь отлично. Отлично, это отлично. Чудесно, просто распрелестно. Блин, теперь вот это мычать будет нам. Нет, не будем вступать. Кролик пробежал, вы видали? Он даже не попался на селок. Нормальный ход, может их разобрать и заново поставить? Как думаете? Блин, вот это, ну... Ну такой облом вообще. Взять добычу силка. Может, Мия справится с этим заданием лучше, чем Джо. Давай, Мия, давай. Нет, не хочет. Ну давайте разберем, значит. Блин, я делал ставку на то, что у нас появится кожа, и мы сможем сумки хотя бы сделать. Нифига подобного. На тебе, Маку, получи. Называется. Что у нас вообще в хранилище есть? У нас 3, конечно, кожи есть. Джо. Селок разрушен. А сумку можно сделать? Нет, 3 и 3 нейлона еще надо. Ах ты, блин. Фигово. Так, Мия, наверное, и этот селок разбери, потому что с него толку не будет. Если он даже зайца не смог поймать, это вообще капец какой-то. Так, ладушки. Опаньки, распределитель. По нему электричество подается на свечи зажигания. Требуется для ремонта дома на колесах. Обалдеть. Генератор. Преобразует механическую энергию в электричество. Требуется для ремонта дома на колесах. Блин. Гаечный ключ. Тросик сцепления. Вот это прикол. Так, жрачку надо по любасу взять. Это тоже, это тоже, это тоже, это тоже. Вентиль. Вентили нам надо будет на что-то, я не помню на что. Проводка, рубильник, передохранитель, транзистор нам не надо пока. Давайте рубильник, наверное, возьмем. То есть вентиль. Бум-бум-бум-бум-бум. И рубильник. Или кликаю ленту. Или рубильник. Давайте рубильник. Нейлон, нам нужна шерсть, нам нужна веревка, нам нужен нейлон. Ну и, конечно, от кожи я бы не отказался, если бы она была вот так, типа. Если можно было бы ее найти. Здравствуйте, я ищу убежище, вы можете помочь? Я здоровый, трудолюбивый. Нет, мы не можем тебе помочь, к сожалению. Мия, давай быстрее разбирай. И сразу же после этого мы поставим еще один селок, точно такой же, и будем наблюдать за ним. Что он нам? Похоже, вон там есть магазин цветов. Нам чуть-чуть не по пути. Может, что-то остановились на некоторое время и смотрели его? Нет. Магазин цветов нас не интересует. Так, хорошо. Теперь создаем еще один селок. Где-то здесь. Может, место нужно поменять. Может, силку места просто не понравилось. Фиг поймешь. Так, 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 так. Исследовать маленькое отделение полиции. Опаньки. А ну-ка, давайте заисследуем.
Мия, подожди, нам нужно еще один силочек поставить. Давай-ка ты поставишь его еще один. Вот сюда. Я знаю, что ты хочешь и жрать, и спать, и в туалет ходить. Смотреть место. Так, Джо, чем ты у нас займешься? Что ты можешь у нас создать? Выключатель еще один, да? Подсветочку. И плохую плиту. Плохая плита, 8 металла. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ящик для игрушек нам пока не надо. Огнетушитель ты нам создашь, дружочек. И поставишь его где-то. Я даже не знаю где. Ну, вот здесь вот, возле лестницы. Опять дождик пошел. Просто прекрасно. Можно было бы, конечно, вот эту разобрать маленькую и еще одну большую поставить бочку. Так, что у нас тут? Гвоздь нас не интересует. Рубильник можно забрать. Все остальное не помещается. Жрачки вот нету. Блин, два пайка только осталось. Так, Мия, возвращай костюмчик. И приберешься. А потом ляжешь себе спокойненько и будешь в спадке. Разобрать может... Друзья, как вы думаете? Может разобрать один... 6 гвоздей, 3 пружины. Да, я, наверное, один спальник разберу. Вот здесь. И лучше поставим еще одну кровать. Так, так, так. О-хо-хо-хо-хо. Нейлончик, дорогой. Здравствуй, нейлончик. Лампочку нафиг. Нейлон забираем. Это забираем. Кожа, конечно, есть, но... Аптечек у нас ноль тоже. Блин. И жрачки совсем нет. Зато пистолет еще есть. Ах ты, блин. Что ж такое вот поменять? Что на что нам поменять? Петли? Может. Ну а к пистолету надо будет еще патроны. Требует силы 6. Рукопашный урон 10-14, рукопашная точность минус 5. Ах-ах-ах-ах-ах. Все, конечно, не возьмешь. Вентиль рубильника 2. Давайте, наверное, один вентиль оставим здесь. И лучше возьмем пистолет. Все-таки. И, кстати... Да, спальник разобран. Хорошо. Давай сделаем теперь еще одну кровать. Тем-тем-тем-тем-тем-тем-пам-ц. Вот так. Потом я, конечно, все это попереставляю. Так, Мия, отправляйся к спадке. Ты спать идешь? Надеюсь. Да, она идет спать. Отлично. Жрачки, блин, нет жрачки. Силок использует... А почему один такой, другой такой? Небольшой силок 4 раза. Не знаю, в чем прикол. Ладно, тем не менее, Джо, ты у нас, наверное, разберешь эту бочку. А нет, надо же создать еще новую. Так, я бы сравнил где-то вот здесь вот, наверное, поставил. Так, эту подвинем вот сюда. Да, и создадим еще одну бочечку большую. Ах, блин, пластика не хватает. Ё-моё. Вот это фигово. Зато мы теперь можем сумочку сделать. А откуда у нас нейлон? Подожди, три. А, от спальника, да 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 да. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Жрачка, маска.
Маска, иди сюда. Маска нам всегда нужна. Маска всем всегда важна. Где вы есть? Давайте глянем, где они есть. Они, походу... Что-то вы как-то так петляете, друзья. Да, цветочный магазин мы не пошли. Маленькое отделение полиции. Свалка, дом и, наверное... Как это они? Погодите. Отделение полиции. Здесь мы отказались, да? Они, получается, вернулись и сюда, что ли? Давайте-ка мы их, наверное, просто-напросто отзовем. Хотя могут быть еще хорошие вещи. Да, пускай возвращаются. Все. Может, еще водички сэкономят нам немного. Хотя у нас и так ее нормально. Так, все, огнетушитель есть, все необходимое есть. Пит отлично себя чувствует. Я за него рад. Только жрачки маловато, конечно. Джо, давай-ка ты, наверное, возьмешь костюмчик. Разберешь вот этот селочек. И мы поставим новый. Вот такой хорошенький. Да. Где-то... Вот здесь. Угу. Отлично. Так, наши друзья возвращаются. И мы, наверное, будем заканчивать, да, друзья? Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ссылка на плейлисты, на раннюю версию и на второй сезон будут в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И увидимся в следующей серии. И в других видео, само собой, тоже. Пока-пока.